тихий ангел пролетел, чуть задев крылом, как погладил. Картины Кати Медведевой втягивают, манят теплотой и сказочной добротой. Ее всегда хранили ангелы. Именно им посвящена основная часть творчества. Ангелы у Кати разные. Есть розовые, есть голубые, есть даже в валенках. Все они смотрят с холста огромными, в пол лица человеческими глазами. Добрыми, грустными, мудрыми. Кате выпала непростая судьба, но, несмотря ни на что, она сумела сохранить детский взгляд на мир, который делает ее картины столь искренними. Ее картины до такой степени не похожи на все остальное, что интерес публики вполне оправдан. Она проста, что называется, безыскусно, бесхитростно. Ей ближе все народное. Откуда же тогда балет? Балет тоже, я думала, не для меня. Думаю, я деревенская баба, в деревне родилась. Какой балет? Я чувствовала, что я по танцам чувствовала, что это трудно. А рисовать я не думаю, нет, это не для меня. А потом купила книгу я Майя Плисецкая, я ее прочитала. И все, я буду пробовать рисовать. И первый рисунок в 95-м году сделала я пастелью на наждачке. И назвала дебют, то есть мой дебют, балетный. Катя начала рисовать в 39 лет. Ее приход в живопись далеко не тривиален. До 40 лет она бродила по свету, кем только не работала. Почтальоном и официанткой, реквизитором и уборщицей в Кисловодском ДК. Именно оттуда начинается судьба Кати как художницы. Короче говоря, когда все ушли, я зашла в эту студию, вымыла полы, там убралась. А там постановка стояла. Вот это хохламская миска, ремонт. Искусственный. Вот. И кувшин восточный. Натюрморт. Я взяла, нарисовала. Вот этот натюрморт. И назвала хлеб насущный. Я тут прихожу на свою работу. И думаю, загляну, что ж там рисунок-то. А я загадала, если понравится художнику, тогда я буду учиться у них. А если нет, то ни за что не трону больше. Смотрю, мой рисунок висит на самом высоком месте. И заходит художник, я говорю, а что это на смех повесили туда? Говорю, а кто это сделал? Ваша дочка нарисовала? Я говорю, да нет, это я первый раз в жизни, говорю, вот так попробовала, говорю, вы все с натуры. Он говорит, первый раз так хорошо, я говорю, а что ж хорошее все, кривое, пляшет, я говорю, все. Он говорит, у вас живопись отличная, вы это, цвет чувствуете, краски подбираете хорошо. Катя научилась сама, путем проб и ошибок. Она как ребенок, который играет в кубики, импровизировала с красками и материалами. Сейчас же ее свободное обращение с самыми разнообразными тканями просто восхищает. И теперь за это мне Бог дал, видите, как я ткань чувствую. Все время на холсте писать, вы знаете, как это надоедает. А ткань, я же ощущаю, это красота какая. Вот это я увидела и затряслась. И на все пишу, на прозрачном, на шифоне, на кружевах. Мир полотен Кати Медведевой столь целостен и гармоничен, что создается впечатление, будто процесс их создания не представляет труда. Однако Катя долго обдумывает свои картины, прежде чем их написать. Я обдумываю, а как же? Вот если композицию нашел, да, ну, надо еще решение найти, как ее решить? Это очень самый интересный процесс, вот как решить. Уже все у тебя есть, да, уже знаешь, что рисовать. А как вот решить, как на холсте, кого куда посадить? На холсте это очень важно, чтобы гармония была. Да нет, кризис не будет. Творческие мучения редко бывают, когда пишешь и это.
А я не знаю, чего я думаю, творческое мучение. А когда пишешь не то, что надо, понимаете, когда забываешь, что вчера ты задумала, а забыла эту композицию, а пишешь новую, вот это я не буду толпить, думаю, что ж такое. А потом, когда вспоминаю, а, вот, и все. А так у меня пока не было никаких мук, ничего. Катя очень молодая художница. По ее словам, ей всего 26, ровно столько, сколько она рисует. Катя очень искренняя и наивна. Именно это помогает ей передать в своих картинах ощущения из нашего детства, яркость, красочность.